Ну, собственно, чтобы сделать нужный рокер, мы вот так вот наколхозили, распилили фанерочку, смочили ее кипяточком. Сейчас будем придавать форму. Так, ребята, мега крыло для мелкого чопа, для винга, для вейва. Было заистано немножко у кабрины и доработано аэродинамические свойства или гидродинамические свойства. Вот. Так как я моряк и видал как бы суда на воздушной подушке, так что сделаем лучший вариант. Будет маврикуль. Foil Edition. Так, ребята, форма готова. И сейчас надо прогрунтовать эпоксидкой. Обклеили скотчем. Это нагревается, да? Чувствуешь, да? Не, она становится жидкая. Ну да. Она температура увеличивается у нее, но это становится такое. Я этот 4 шприца туда больших. А, ну ладно. И 4 маленьких. Получается большой шприц 10 мл, маленький 5. Ой. А камера сюда. Прыгает. Точно старый старт. Да. Гидрофойл делаете. Не бдите перед тем, как будете грунтовать эпоксидкой. Там лицо не видно, надо так нагибать. Да? Крупный план. Все, наверное. Ну, все. Здорово. Это же этот гвоздик. Ваше здоровье! Господа. Мазилка, не бойся. Еще есть такая, как бы ее типа подогревать надо, чтобы она жидкая была, нет? Не надо. А, жидкая, она уйдет. Бегает сильно. Вот эти вот ямочки заполни. Да. Не, вот эти вот. Ага. Видишь, не съедает, да? Не сворачивается? Не знаю, пока непонятно. Угу. Размазывай хорошо. Нет, все, пускай не один хер, второй раз придется. Ну, в смысле, еще раз. Ну, как бы, нам же не нужно, чтобы он был километр. Ладно, позы вот эти заполнить. Да, сейчас заполню. Там на камере.
четко видно. Прям сейчас увеличим еще. Прям крупнопланом, как ты можешь видеть. Ребят, пока я тут мажу, мазюкаю, я вам расскажу одну маленькую байку. Как-то одного знаменитого художника, вот, импрессиониста Малевича, спросили: послушайте, великий Малевич, вы нарисовали такую прекрасную картину, как черный квадрат. Расскажите, пожалуйста, весь ваш процесс. Как он происходил? Вот. Потому что вы гениальный? Или вы гениальный, и поэтому вы написали гениальную картину? На что Малевич ответил: да вот было плохое настроение, нарисовал хуйню, а людям нравится? Вот как-то так. А мы мажем. Итак, ребята, это у нас второе крыло. Оно у нас более-менее плоское. Чуть-чуть есть у нее рокер небольшой. Ну как рокеры? Форма крыла. Делаем для эксперимента, для пампа. Такую заготовочку. Немножко вышлифовываем. Потом сюда на шпаклевочке и стекловолокном, либо карбоном. Ну, для начала мы будем стекловолокном. Потом мы это все дело подшлифуем. И потом уже, когда мы после тестов, сделаем, конечно, карбоном. Но пока у нас нужно провести тесты, чтобы сейчас что-то можно было исправить. Форму я сам эту как бы разработал, что ту я немножко доработал от Кабрина. Это вот у нас своя форма тестового образца. Что у нас сейчас происходит и что мы делаем? Вот смотрите, так вот я выстрелил под болты и залил эпоксидочкой. Сейчас это все засохнет, потом все срежется и нужным сверлом просверлится уже нужные размеры, чтобы дерево не размокало от воды. Все вот так вот аккуратненько смазано. Ну, такое решение. Дальше уже все готово, в принципе, оно все засохло. Несколько слоев эпоксидки. Очень легко получилось. И как бы следующий шаг для теста: все готово, срежется, просверлится и просто покрасится пока черной матовой краской для тестов. Потом мы посмотрим, как она себя ведет в воде, немного обдерем и уже затянем все карбоном. Еще мы подготовили такую вот площадочку для сапа. Все это вклеится, сап сюда, короче, цепляется фойл, собственно, вот. И еще одно крыло плоское для флета. Я его вышлифовал, мы его обработали, эпоксидочкой залили,
пока трогать не могу, пока вот оно лежит, сохнет, пока так. Собственно, завтра, послезавтра тесты, так что не переключаемся. Форма получилась вот такая классная. Вообще обалденная. Должно просто летать. Как все, крыло готово, осталось покрасить и на тесты. После теста выявим недочеты и потом исправим их и затянем уже на карбоновую финишку. Сейчас время примерить к гидрофойлу Кабрина. Отлично. Смотрим, что получилось. Пока вроде все заходит. Как по маслу. Так, немножко третий болтик. Попадает. Ну, думаю, сейчас мы его закрутим. Вроде назавелся. Вроде пазы все аккуратно стали. Ну, собственно, готов гидрофойл. Посмотрим на него профиль сбоку. Так, давайте поглядим, что получилось у нас. Красота-то какая! Красота! Так, сбоку давайте. Детали. Детали, видим, что все сделано изумительно. Все четенько. Все круто. Так, ребята, для теста я решил его немножко подкрасить. Черной стороной я уже побрызгал. Сейчас у меня был баллончик. Вот такой, голубого цвета.
запарим процедуру. Второе просто как плоское крыло абсолютно с моих. Другого типа? Да. Сейчас мы что мы делали? Мы положили поклевочку, выровняли и прогреваем. Да, прогреваем и будем ложить на стекловолокно уже на этот на эпоксидную смолу. И, как бы чтобы завтра успеть это все протестить. Ну и начинаем наше, так сказать, испытание нашего деревянного фойла. Точнее, не фойла, а крыла. Красота. Итак, друзья, и вот наступил день испытаний. Кайт-семерка Кабрина. Доска ананас, фойл Кабрина, крыло переднее самодельное. Забыл снять. Сейчас бы уехал. Просто толкнуть доску на ветер. Летит. Зайдем еще чуть-чуть поглубже. Так. Смотрим. Деревянное крыло, фанеры. Тестовый вариант. Давайте попробуем. Крыло задел. Привет. Скорость большая. Испытание закончилось. Так, ребята, небольшой обзорчик наших тестов. Доска ананас. На болты прикручен фойл индей стандартный и самодельное крыло наше. Тоже прикручены болты. Площадью 1700 сантиметров квадратных. Сейчас будем тестить на селёдке на нашем озере. Мы прикурим. Итак, ребята, итак, короче, тестированный опытный образец на гидрофойле МДЭЙ, собранный самодельное крыло из фанеры 1700. Кайт семерка Кабрина. Ветер достаточный. Пробуем. Что вообще у нас получилось? Мелко крыло задели об грунт, но вроде не сломали. Вчерашнее крыло я сломал одним ударом. Заходим поглубже. Тут ты тут остро взялся. Какая-то коса. Еще мелко. По яйцу вали. Надо буй поставить, а туда не заезжать. Только чего. Так, между крылом и дном
малого. Ловишь подуже. Круто. Так, мы здесь еще без петель. Ох, ох, ох. Так. Ныряет. Кого ныряет? Сейчас попробуем чуть-чуть ногу назад. Без петель придется немного помучиться. Надо. Опа, так сказать, не пропьешь. Так, едет. Едет, но подныривать. На другом потоке. Так, немножко прыг. Конечно, не коврина. Короче, ты сам сделал это на нем, пока мне. Догнать. Так, попробуем мы еще раз с разворота. Сразу в ту сайт. Так, немножко на задней ногу.
что вам могу сказать, мои ощущения? Данный аппарат едет. Едет, только нужно изменить угол атаки. Угол атаки крыла надо изменить, чтобы немножко оно вверху. Это решается путем добавления. Добавление шайб. И я думаю, будет нормально. Так. Уже. Ох. Немножко потерял устойчивость. Ноги тут надо немножко пошире, чем на Коблиновский фойл. И больше он дестабилизированный. То есть его, конечно, нужно еще направить, чтобы он прямо ехал. Так, памятник. Памятник не сильно получается, крыло не очень. Скорости маленькие. Разогнаться. Попробовать. Вылет был весьма эпичный. Закончили тесты, смотрим на крыло. Требует настроек. Так, ничего повреждений нету. Конструкция целая. Настроек, короче, требует угол атаки. Ну, это решается легко, делаем. Ha ha ha!
бежит, блядь. Да, 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 да.